Делегация «Приморье» во главе с губернатором Олегом Кожемяко вместе с артистами Приморской сцены Мариинского театра отправилась в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Постановки «Спящая красавица» и «Жар-птица» впервые покажут жителям Северной Кореи. В эти дни помимо культурной программы запланирован ряд деловых встреч по вопросам развития отношений между государствами в различных гуманитарных сферах. Для нас имеет это большое значение. Это наш сосед, Корейская Народная Демократическая Республика, с кем мы сейчас динамично развиваемся, и, безусловно, спортивные игры детей, потом студенческие игры, которые пройдут этим летом, туристы, которые могут посещать их курорты, и в том числе российские туристы останавливаются у нас, выезжают туда. Вот, развитие культурных связей – это укрепление наших отношений с этой дружественной страной. Но и мы видим, что с каждым годом Корейская Народно-Демократическая Республика все больше и больше открывается, все больше желающих побывать, там, познакомиться с этой удивительной страной, с ее традициями, с ее культурой. Поэтому будем ездить, будем дружить, будем налаживать контакты, жить с соседями в мире и дружбе.